Кто-то предпочитает мясо в панировке, кто-то – исключительно со специями. Я же хочу предложить вам попробовать очень интересную и простую идею, как приготовить стейк с кофе. Звучит интригующе. На весь процесс от начала до подачи у вас уйдет около 20 минут. Так что это блюдо с легкостью можно назвать вариантом на скорую руку. Для кофеманов, я думаю, особенно интересно будет попробовать это сочетание. Подавать такой стейк можно как с гарниром или овощами, так и просто с любимым соусом. 1. Мясо вымойте и обсушите. Посолите по вкусу. 2. Добавьте немного перца. 3. И присыпьте кофе с двух сторон. 4. Разогрейте на сковороде сливочное и растительное масло. 5. Выложите стейки и жарьте по 3 минуты с каждой стороны. 6. После снимите с огня, выложите на теплую тарелку и накройте фольгой. Дайте постоять минут 5-7 перед подачей. Приятного аппетита!